Кому бегу? Мы живы? Да. Кому бегу, жену? Живы или нет? Да. Нет. Зеленцов Бог. Bueno, hace mucho tiempo estuve con vosotros. Когда-то я жил с вами. Viejo, сейчас я уже старенький. Más calmo, лысенький. Pero muy contento de estar aquí. Но очень рад быть здесь. Hace como 10 años, pero fui de Rusia. Где-то около 10 лет я уехал отсюда. Tuve 5 años de mi vida aquí. И 5 лет я жил здесь, прожил. 3 de ellos aquí en Samara, en esta ciudad. И 3 года я был в Самаре именно. Y hay algo en mi corazón que siempre se quedó aquí. И есть что-то в моем сердце, что осталось здесь. He venido con mi hermano Simeón. Сегодня я приехал с Симеоном, с моим братом. Mi mujer se llama Laura. Мою жену зовут Лаура. Tengo dos hijos. У меня двое детей. Una hijada. Одна приемная. Mis hijos son rusos. Поближе. А мои дети русские. Uno se llama Nikita, otro se llama Masa. Никита и Маша. Y tengo un nieto. И еще у меня есть внук. Yo cuando me casé, когда я женился, cogí todo el paquete. Я взял целый пакет. Para no perder el tiempo. Чтобы потом времени не терять просто. Os mando un saludo muy fuerte. Я хочу вам передать очень горячий салют от шефа и его жены, Раймундо. А вы написали ему письмо, и он сказал, что его сердце с вами. Сейчас он живет в Америке, в Штатах. Pero yo sé que él ahora mismo en su corazón él está pensando lo que estamos haciendo aquí. Но я знаю, что сейчас он думает в своем сердце, что происходит здесь. Cuando me llamaron para venir aquí. И когда мне позвонили, чтобы я приехал. En el primer momento la verdad es que no me apetecía mucho. И сначала я что-то как-то не очень это принял. Estábamos empezando algo nuevo. Потому что мы сами сейчас начинаем что-то новое. Estábamos con la mente un montón de cosas. У нас в голове столько всяких разных вещей. Pero si algo que tengo muy claro en mi vida. Но я очень четко понимаю в своей жизни одну вещь. Que Dios. Что Бог. Es el primero. Бог, он на первом месте. Por encima de todo. Превыше всего. Dios siempre está y deberá estar en mi vida lo primero. Бог всегда самый первый в моей жизни. Hay un versículo en la Biblia que nos dice: buscar el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Есть стих в Библии, который говорит о том, что ищите царство Божие, остальное все приложится. Muchas veces el diablo nos engaña. И очень часто дьявол нас обманывает. Y le da la vuelta. И все переворачивает. Empezamos a buscar cosas. И мы начинаем искать вещи. A desear cosas. И желать как что-то. Y se nos olvida. И мы забываем. И когда я ищу Бога, что я, когда я ищу Бога, и когда у меня есть Иисус, у меня уже все есть с этим. Аминь. Если ты теряешь Иисуса, и теряешь тоже все. Это вещи, которые очень важно, чтобы мы знали. И я думал, о чем бы я мог бы с вами рассказать вам. И тот же самый стих, который Максим открыл конференцию, точно такой же, тот же самый мне пришел. Что мир ожидает откровения сынов Божьих. Сколько здесь сынов Божьих? Быть сыном Божьим. Это не значит, что тебе кто-то подписал что-то. Это право, которое дает тебе Иисус. В письме Иоанна, в первом стихе, в первом 1.12, говорится то, что все, кто его принял, он дал право de ser llamados, быть, называться
Сынами Божьими. Jesús ganó ese derecho. Иисус дал нам это право. Y Dios te llama a ti, hijo. И Бог называет тебя сыном. Yo sí te hago una pregunta. И я тебя хочу спросить. ¿Tú te sientes hijo de Dios? Ты себя чувствуешь сыном Божьим? Dice que el Espíritu de Dios. Потому что говорится, что Дух Божий свидетельствует нашему Духу, что я Сын Божий. Это мое, как бы, моя сущность. Это то, что я есть. Я испанец. Ты русский. Но есть что-то, что ты и я, кем мы являемся. Я сын. Ты тоже сын. И мы братья. Хочу, чтобы мы прочитали в первом послании Иоанна. Третий стих. Третья глава, 1-2 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И первый стих, который мы прочитали. И там говорится, что смотрите, какую любовь нам дал Бог. Чтобы нам называться детьми Божьими. Я знаю. Я знаю, что здесь есть люди, которые живут как дети Божьи. Тоже знаю, что есть люди, которые являются детьми Божьими, но не живут как дети Божьи. Быть Сыном Божьим — это не значит просто называться. Это значит жить соответствующим образом. Сын, его любовь Отца, и его желание всегда почтить Отца. Желание Сына, все, что Он делает, чтобы Его Отец был доволен. Я не знаю, чувствуем ли мы иногда, что наш Отец доволен. Я как сын. Я знаю, что я сделал что-то, что иногда отцу это не нравилось. Я это сделал. А ты? Были моменты в моей жизни христианской. Будучи Божьим Сыном, потому что однажды я принял Христа в свое сердце, потому что я знаю, что Божья любовь в моем сердце, потому что любовь Божья позволяет мне ходить, то, что мне помогает жить, то, что мне позволяет быть пробужденным, и чтобы я просыпаюсь и смотрю наверх. Любовь Божья позволяет мне жить с целью. И если бы я не чувствовал любовь Божью в сердце, знаешь, какое было бы оно? Пустое.
intentaría llenar con cosas. Я бы хотел его наполнить чем-то. И я жил с этим пустым сердцем. He ido al mundo, и я шел в мир. И пытался наполнить мирскими вещами свое сердце. Pero me he dado cuenta, но я понял, que lo que el mundo me ofrece, что все, что предлагает мне мир, es algo que no vale. Это то, что оно не имеет цены. Como hijo de Dios estoy hablando. Я вам говорю как сын Божий. La Biblia nos enseña, и Библия нас учит, que estamos en el mundo, что мы находимся в мире, andamos en el mundo, ходим в мире, pero qué? Но что? No somos del mundo. Не принадлежим миру, pero estamos en el mundo. Но мы находимся в мире. Los hijos de Dios vivimos en el mundo. Мы, как дети Божьи, живем в мире, pero no vivimos conforme al espíritu del mundo. Но мы не живем соответственно духу мирскому, el espíritu que él derramó en nuestro corazón, потому что дух дает нам любовь в сердце, nos hace decir, и позволяет нам сказать Abba Padre, Abba Отче. El espíritu de Dios que está en mi corazón, и Дух Божий, который в моем сердце, me hace entender, он мне позволяет понять, mundo, что есть вещи в мире, no agrada, то, что, которые не нравятся Богу, могут, capitale, которые они могут, что может быть в моей плоти corazón, и моему сердцу guste, они нравятся, приятно. Pero hay otra parte, но есть другая часть, que tiene que ver con el amor de Dios en mi corazón, которая относится к Божьей любви, que tiene que ver con la actitud del hijo de querer agradar al padre, и то, что я сын, я хочу почтить отца, que aunque haya cosas que a mi carne le guste, и хоть это моей плоти нравится, si a mi padre no le gusta, но если моему отцу это не нравится, yo como hijo, я как сын, que amo al padre, и люблю отца, yo voy a negar esas cosas. Я отрекусь от этих вещей. Porque mi propósito en este mundo, потому что цель моего присутствия в этой мире – это почтить Бога. Porque el amor de Dios, потому что любовь Божья, está en mi corazón, она в моем сердце. Pero muchas veces en mi caminar, но очень часто на моем пути yo a veces he hecho cosas, я сделал что-то, que no han agradado a Dios, и они не были угодны Богу. ¿Qué tengo que hacer? Что я должен сделать? Mundo dice una cosa. И мир говорит нам, ¿tú has hecho algo malo? Ты сделал что-то плохое, tienes que pagar. Ты должен заплатить. Yo esta mañana, cuando me levanté, однажды я проснулся, me levanté con una historia en la cabeza, и я вспомнил эту историю, lo busqué en la Biblia, la leí, нашел ее в Библии, прочитал, y tiene que ver cuando a Jesús le trae delante de una mujer que había cometido adulterio. Однажды к Иисусу привели женщину, которая была поймана в прелюбодеянии. Знаем эту историю. Según la ley de Moisés, и по закону Моисея, esta mujer que había cometido adulterio, женщина, которая была замечена в прелюбодеянии, según esta ley, по закону, una ley de Dios, по закону Божьему, esta mujer tenía que morir, ¿cómo? Она должна была умереть как? Должны были ее забить камнями. И очень часто мир так думает. Очень часто, если не чувствуя любовь Божию, и очень легко осудить человека. И очень часто осудить человека, да. A esta mujer la trajeron un grupo de personas. И эту женщину привели в круг других людей, que se llamaban fariseos, которые назывались фарисеи, que a veces enseñaban sobre la palabra de Dios, и они объясняли закон Божий, pero en sus corazones, но в их сердце, no estaba el amor de Dios, не было Божьей любви. Por eso ellos iban a juzgar a esa mujer. Поэтому они осудили женщину. Según la ley, и по закону, podían hacerlo. Они были правы, они бы должны были делать. И очень часто Иисус, у него были такие споры. Фарисеи думали, что они являются детьми Авраама. И Иисус им говорил, у вас есть отец, но это не небесный отец. Ваш отец – дьявол. Porque vosotros hacéis las cosas que el diablo hace. Потому что вы делаете дела дьявола. El diablo condena. Дьявол осуждает.
El diablo miente. Дьявол обманывает. El diablo engaña. Дьявол врет, лжет. Ты чей сын? Божий. Сын Божий обманывает? Сын Божий осуждает? Сын Божий врет, лжет? Иногда? Да, Yo soy hijo de Dios. Я сын Божий. A veces, cuando miento, Но когда я вру, лгу, a veces, иногда, ¿sabes cómo me siento? Знаешь, как я себя чувствую? ¿Y sabes por qué me siento así? И почему я себя так чувствую? Porque mi padre, Потому что отец мой, который на небесах, смотрит на меня, и когда я не хожу, как его сын, его сердце грустит. И поэтому я себя чувствую ужасно. И поэтому любовь Божья, которая в моем сердце, когда я лгу, когда я обманываю, когда я осуждаю, я себя чувствую себя плохо. У тебя это тоже происходит? Эту женщину привели в круг людей. Поставили перед Иисусом. И спросили, что мы должны у Иисуса, что мы должны сделать с этой женщиной? И они все знали закон Божий. Этот закон Божий был написан в их сердцах. Но это были каменные сердца. El corazón de Dios no es un corazón de piedra. И Божье сердце, оно не является каменным. Tu corazón, si eres hijo de Dios, Если ты сын Божий, no es un corazón de piedra. Твое сердце, оно не каменное. Es un corazón que late. Оно сердце, которое бьется. Es un corazón que Dios ha escrito su ley. В этом сердце Бог написал свой закон. Por medio de su espíritu. Через своего духа, свой дух. Esa ley está escrita en tu corazón. И этот дух написан в твоем сердце. Esa ley es algo que recordamos todos los días. И это то, что мы каждый день вспоминаем. Es una ley que nos agrada. И Бог, закон, который нам нравится. Ahora, esta mujer está ahí. Ну теперь, женщина это здесь. Según la ley, И по закону. Esta mujer tenía que ser apedreada. Женщина должна быть побита камнями. Она перед Иисусом. И люди ждут, что же скажет Иисус. И Иисус очень простые вещи говорит. Он наклоняется и скривит, что-то пишет на земле. И он говорит, что кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. И знаете, что, зная, что все сделали они? Замолчали, повернулись, бросили камни и ушли. Но женщина оставалась там, перед Иисусом. И уже не было свидетелей. Теперь ты, Иисус. Я, Иисус. Он знает сердца. Он знает, кто ты. И он спрашивает у женщины, где эти люди, которые тебя осуждали? И что ты сейчас слышишь? Есть вещи, которые тебя в твоем сердце осуждают? Hay cosas que no te dejan levantarte. Есть вещи, которые не позволяют тебе встать, подняться. Hay cosas que no te dejan
poder llegar al Padre. Есть вещи, которые препятствуют прийти к Отцу. Hay otra historia. Есть еще одна история. Que la conocéis mucho vosotros. Вы все ее, конечно, знаете. El hijo pródigo. Блудный сын. Hijo. Сын. Que se va lejos. Ушел далеко. Que malgasta su herencia. Растратил наследство. Viviendo perdidamente. Жил распутной жизнью. Pero hay un momento en su vida. Но в один момент в своей жизни. Que él empieza a pensar. А он начал задумываться, как он жил в доме отца. Он далеко. Он там со свиньями жил. Но его сердце, любовь Божья, которая была в его сердце, каждый день напоминала ему, когда он нес вот это ведро с помоями свиньям, когда он должен их накормить, и он видит все это, где он находится каждый день, Дух Божий, любовь Божья, любовь Отца кричит ему и напоминает, что он Сын Божий. Но он смотрит вокруг, и однажды он принял решение, что уйти из дома отца. И не просто он ушел из дома отца, он ушел далеко. И не только далеко, но жил потерянной жизнью. И не просто потерянной, он еще и все наследство свое растратил. И когда он несет этот корм этим свиньям, он вспоминает, как он жил в доме отца. Помнит его любовь, его милосердие, благодать. И однажды он принимает решение. Какое он решение, знаете, принял? Пойти в дом отца. ¿Qué hacemos cuando el Espíritu de Dios nos habla? ¿Qué hacemos cuando el Espíritu Santo nos habla? Что мы делаем, когда Дух Божий нам говорит? ¿Sabes que el Espíritu de Dios llega a todo lugar? Вы знаете, что Дух Божий, он на все, во всех местах находится сразу? ¿Cuántos Jonás hay aquí? Jonás. И он здесь находится. Сколько и он здесь находится? Levanta la mano. Подними руки, Ионы. Uno allí. Один вот только вижу. Dos. Знаете, что сделал Иона? Когда Бог его призвал? Он хотел в Испанию. И Бог ему сказал, ты куда? Он растратил все свои деньги, чтобы только билет купить. Первым классом. Потому что он, когда плыл, он спал. А все работали. Он первым классом ехал. Но Бог приготовил рыбу. Сколько он дней прожил в рыбе? Ты был когда-нибудь в этой рыбе? Все темно. Что я тут делаю? Как я отсюда выберусь? Это не жизнь. И хотел умереть. Но когда Иона вспомнил, что он пророк, что он сын Божий, с целью на земле, что это было, у него была миссия на земле, а не просто поехать на каникулы в Испанию, но идти и проповедовать Слово Божье в место, которое будет разрушено. Бог мог взять другого, но он выбрал именно его. Он не хотел идти. И что происходит, знаешь, когда мы не слушаемся Бога? Мы боремся.
Nos esforzamos. Мы очень стараемся. Tenemos grandes planes. У нас есть какие-то планы. Pero ¿quién va a luchar? Porque nos hemos olvidado. Потому что мы забываем. Que si yo soy hijo de Dios. Что если я сын Божий. Dios me escogió. Бог меня избрал. Me llamó. Меня призвал. Me dio de su amor. Дал мне свою любовь. Para un propósito. Для с какой-то целью. Servirle. Служить ему. Amarle. Любить. Y hacer su voluntad aquí en la tierra. И исполнять его волю здесь на земле. El hijo ora. И сын молится. Padre, отец. Hágase tu voluntad. Да свершится воля твоя. En el cielo. Como en la tierra. На земле, как и на небе. Tú y yo. Ты и я. Como hijos. Как дети. Estamos haciendo la voluntad del Padre. Мы делаем ли мы, исполняем ли мы волю Отца? Y tú preguntarás. И ты спросишь. ¿Cuál es la voluntad del Padre? А какова воля Отца? Cuando Jesús estaba en el templo, когда Иисус находился в храме, siendo hijo, будучи маленьким, sus padres pensaban que se había perdido, родители думали, что он потерялся. Ellos estaban preocupados, и они переживали за него. Habían estado durante tres días buscando a Jesús, три дня они искали Иисуса. Y cuando lo encuentran en el templo, и когда они нашли его в храме, hablando allí con los maestros del templo, когда он разговаривал с учителями в храме. Y ellos le dicen a su, a, la madre dice a Jesús. И мать говорит Иисусу. ¿Por qué has hecho esto, hijo? Почему ты это сделал с нами, сын? Estábamos preocupados por ti. Мы переживали за тебя. ¿Y sabes qué le contesta Jesús? И знаешь, что Иисус отвечает? Es necesario estar. Я должен не быть. En los negocios. В доме Отца. В доме Отца. Это я должен быть, como hijo que soy, как сын, ocupándome переживать de los negocios, о делах de mi padre. Своего отца. Yo como hijo, я как сын, tengo que estar ocupándome, я должен тоже заботиться de lo que mi padre о делах, которые желает отец. Papá, отец. Папа! Папа! Скажи мне, сын. Что хочешь, чтобы я сделал? Dios te habla? Бог тебе говорит? Что хочешь, чтобы я сделал? ¿Estás dispuesto a que estos días? Ты готов в эти дни? Dios te hable. Чтобы Бог тебе проговорил? ¿Sabes que si Dios te va a hablar? Знаешь, что если Бог тебе что-то скажет? No te va a dejar ir a España. Он не позволит тебе уже идти в Испанию или лететь в Испанию. No te va a dejar seguir cuidando cerdos. Он не позволит тебе идти со свиньями там работать. Va a empezar a hablar a tu corazón. Но он начнет говорить в твое сердце. Y alguno de vosotros. И некоторые из вас. Os va a decir. Вам скажет он. En el lugar donde estás. Что в месте, в котором ты находишься. Como estás viviendo. Так как ты живешь. No es como a mí nada. Это не угодно мне. El hijo. Сын. Empieza a pensar. И начинает думать. Y él regresa a casa de su padre. Он возвращается в дом отца. Y cuando él va por el camino, va pensando. И когда он идет по дороге, он думает. Voy a volver a casa de mi padre. Приду к отцу. Le voy a decir que no hace falta que me acepte como un hijo. Скажу, не надо, чтобы меня принимать как сына. Que me trate como a un siervo suyo. Расценивай меня как слугу. Cuando él va pensando eso en el camino, и когда он идет и об этом размышляет, ¿sabes con quién se encuentra? Знаешь, с кем он встречается? Con su padre. Своим отцом. ¿Y sabes que en ningún momento su padre le echa en cara o le condena o le riñe? No se enfada con él. И ты знаешь, что отец, он не злится на своего сына. No le condena. Не осуждает его. ¿Sabes el único que le condenó? ¿Sabes quién fue? Знаешь, кто единственный, кто его осудил? El hermano mayor. Старший брат.
El padre no le condena. Отец его не осудил. Al revés. Наоборот. Dice, mi hijo. Говорит, сын, мой сын. Mi hijo, мой сын. Que estaba muerto. Который был мертв. Mi hijo que estaba muerto. Сын, который был мертв. Ha vuelto a casa. Он вернулся домой. Hacer fiesta. И сделал праздник. Quitarle los vestidos que tiene. Скинул всю свою одежду. Vestirle. Оденьте его. Ponerle el sello. Дайте ему перстень. Hacer fiesta. И давайте праздновать. Mi hijo vuelve. Мой сын вернулся. La mujer está sola con Jesús. И женщина, которая находится одна с Иисусом, y le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? И он спрашивает, где те, которые тебя осуждали? ¿Dónde están? Где они были? Pues habían ido todos. Они все ушли. No hay nadie que te condene. Нет никого, кто тебя осуждает. Si tu corazón, потому что если твое сердце es sincero, оно искренне, tú siempre tienes la oportunidad, у тебя всегда есть возможность de volver al padre. Вернуться к Отцу. Y el padre siempre te va a recibir, и Отец всегда тебя примет como hijo, как сына. Porque el hijo pródigo, потому что блудный сын, aunque se fue lejos, хотя он и ушел далеко, aunque estaba viviendo perdidamente, хотя он и был потерян и жил так, aunque perdió toda su herencia, и потерял все наследство, una de las cosas que no perdió, одно из вещей, которых он не потерял, es que él era hijo de Dios. Он не потерял то, что он сын Божий. Tú eres hijo de Dios. Ты сын Божий. Cuando Jesús está con la mujer, когда Иисус находится с женщиной, он говорит, иди, иди. И что? И Бог нам дает возможность. Любовь Божья, которая в нашем сердце, она нам дает нам понимание, что мой Отец, он не судья. La ley de Dios, закон Божий, los que no son hijos de Dios, которые не являются детьми Божьими, думают о Боге, como un juez, что он судья. Él es juez. Он действительно судья. Él va a juzgar a toda la raza humana. Он будет всех судить, все человечество. Él conoce cada corazón, он знает каждое сердце, él conoce cada pensamiento, знает каждую мысль, él conoce hasta la intención de nuestro corazón. Он даже знает намерение нашего сердца. Su palabra, его слово, dice que es como una espada, говорится, что это как меч, que penetra profundamente, обоюдоострый, который глубоко заходит, y ella juzga, и оно, как раз оно судит, nuestras intenciones, наши помышления, nuestros pensamientos, наши мысли, el por qué hacemos las cosas, почему мы это делаем, el por qué no las hacemos, почему мы не делаем. Dice que nuestro corazón, и говорится, что наше сердце, su palabra entra, что когда слово заходит, está abierto, оно открыто. No hay nada que esconder. Нету ничего, что может todo está a los ojos, быть спрятанным. Все перед глазами Божьими. Yo puedo esconder cosas de ti. Я могу от тебя что-то скрыть. Pero tú piensas que nos podemos esconder de Dios? Но думаешь ли ты, что мы можем что-то спрятать от Бога? Tú piensas que el Hijo de Dios, ты думаешь, что Сын Божий, vaya donde vaya, идет ли куда он бы ни шел, haga lo que haga, делает, что бы он ни делал, puede llegar a esconderse de Dios? Может спрятаться от Бога. Hay un salmo, есть псалом, que dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? Который говорит, что куда я пойду от Духа Твоего? Да? ¿Dónde me esconderé? Куда я спрячусь? ¿Qué lugar hay? Какое место есть? ¿Sabes que donde tú estés, знаешь, что там, где ты находишься, donde yo esté, где я нахожусь, siempre que Dios quiera, siempre que Dios quiera, всегда, когда Бог хочет, me encontrará. Он может меня найти, встретить. ¿Cuántos de aquí habían pensado que esto iba a ser posible? Кто из вас думал, что все... Кто из вас думал, что все вот это будет невозможно? Возможно. Возможно? Да. Ну, кто из нас думал, что вот такое произойдет? Макс Зеленцов. Я тебе скажу, что я всегда, когда в Россию приезжаю,
делаю эту визу. И когда выхожу из аэропорта, и полиция меня смотрит. Yo siempre pienso que nunca me van a dejar entrar. И все меня, и я всегда думаю, что меня не пустят. Empiezan a mirar el pasaporte. Они смотрят там паспорт мой. Me miran. Смотрят на тебя. Проверяют что-то. Y hasta que no escucho el. И пока я не услышу вот это. Секунду, у вас по Испании оборудование? А, это когда он приезжает сюда. Hay cosas. Есть вещи в нашем сердце, которые мы думаем, что они невозможны. Но для Бога они все. И грех. Я не говорю о грехе против Святого Духа. Есть ли какой-то другой грех, который Бог не может простить? Скажи мне какой-нибудь. Нет таких. Сердце, которое раскаяно. Что оно? Раскаянное сердце. Отвергнет ли его Бог? Потому что любовь Божия, которая живет в нашем сердце, которая есть Богом, и есть Бог, Бог не может его отвергнуть, потому что Бог любит. Но Бог тоже судья. И говорится, что Он будет судить все человечество. Но знаешь, что Сын Божий, Он не осужден. Бог не осуждает Его, Сына Божьего. Он не может тебя судить из-за греха, потому что Христос за него умер. Если Христос живет в моем сердце, Бог, как Он может осудить мое сердце? Бог не будет судить своего Сына. Немножко Феликс что-то странные вещи говорит. Как с нами поступает Бог? Я не хочу сказать, что Бог позволяет все, что мы делаем. Судья, он осуждает. Есть в Библии слова, которые, где говорится, что судья, он возле ворот, чтобы осудить. И Бог, Он справедливый судья. Он будет справедливо судить. И будет судить каждого человека. Исходя из того, что ты сделал и что ты не сделал. Но Отец с детьми поступает другим образом. Давайте откроем Евреям. Вы здесь? Да. Вы еще со мной? То есть нет. Мы с вами. Евреям 12. С 1 до 11.
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и терпением будем проходить принадлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлением, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались и подвязались против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же останетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети. Незаконные дети, а не сыны. Притом, если вы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должно покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Я уже долго об этом размышляю. Я знаю, что Отец не осуждает меня как сына. Но я знаю, что Он меня дисциплинирует как Отец. Сколько, у кого здесь есть дети? Почти у всех. У нас есть дети? И мы были детьми. Когда мы говорим, что Отец нас любит, это значит ли это, что Бог, Отец нам позволяет все, что мы хотим? Все, что хотим, то делаем. Так ли это? Я Отец. И я не позволяю своим детям делать все, что они хотят. Он мне говорит: папочка, я хочу это. Я говорю: нет. И так как он русский, он всегда спрашивает. И я говорю: это не можешь делать. Почему? Он говорит: не могу. Можешь, но не должен. Бог нам дал свободу. До того, как быть детьми, мы были рабами. Так? Мы были в тюрьме. Грех человека, он заставляет человека быть в тюрьме. И одна из вещей, которых сын должен научиться, это сражаться. Мы читали в стихе, что говорится, что пока мы в этом мире, и что мы должны каждый день делать, что мы должны бы сражаться с грехом. Грех всегда возле двери. Помните про Каина и Авеля? Авель предлагает Богу то, что ему угодно. Каин тоже делает жертву, которую Богу не угодно, оказывается. И у Каина возрождается эта ненависть. И отец смотрит. То, что происходит в сердце Каина. И он говорит, предупреждает. Осторожно. Потому что грех возле дверей. Возле дверей. Но у тебя есть власть. Для того, чтобы впустить ли его.
или закрыть дверь. Como hijo de Dios, так как сыны Божьи, когда Христос умер на кресте, одно из благословений, которое нам дал, Он нам дал власть для того, чтобы побеждать грех. Чтобы грех больше не властвовал над нами. Чтобы грех всегда оставался возле двери. И грех всегда будет стучаться в дверь нашего сердца. Когда ты просыпаешься, и ты одеваешь носки, уже грех ждет тебя возле двери. Когда идешь на работу, когда на работе, и ведешь машину, и каждый день грех всегда возле двери. И как сыны Божьи, мы знаем, что грех возле двери. Но Христос, умерев на кресте, Он дал мне новое сердце. И одно из вещей, которое я сделал, старое сердце, полное греха, Он выкинул. Выкинул вон. Оно нету в моей жизни. Он меня очистил. Ahora, si somos sinceros, но если бы мы искренними, кто из нас не имел искушения грешить? Подними руку. Почему? Потому что мы дети Божьи. И грех находится возле дверей. И есть вещи в моей жизни, когда грех делает так. И я так. И грех меня зовет. Поэтому в 4 стихе говорится, что только Христос отдал свою кровь, потому что Он поборолся с грехом. С моим грехом. С твоим грехом. И Он победил его на кресте. И Он победил дьявола. И одна из вещей, что Он нам дал, как детям Божьим, что Бог, что дьявол не может тронуть дитя Божие. Он вокруг. И ища кого поглотить. Вокруг. Кого поглотить еще? Pero si los ángeles están alrededor mío, но если ангелы вокруг меня, si mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, если тот, кто во мне, больше, чем тот, кто в мире, si Cristo murió por mí, если Христос умер за меня, la Biblia dice, Библия говорит, que yo como hijo de Dios, что я как сын Божий, soy más que qué? Я больше, чем кто? Vencedor. Я больше, чем победитель. Vencedor. Я победитель. Yo vencí. Я победил. Cristo venció. Христос победил. Y su victoria, и Его победа. La dio mi vida. А Он дал мою жизнь. Y yo puedo andar en este mundo, и я могу говорить этому миру, corrompido, который разрушен. Que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, тот, который ожидает откровения сынов Божьих. Yo puedo andar en este mundo, и я могу ходить в этом мире. El pecado a la puerta, грех возле двери. Gritando por encima, но я могу ходить y el diablo no me toca. Топтать его, и дьявол меня не может тронуть. Porque mayor es el que está en mí. Потому что больше тот, кто во мне, чем тот, который в мире. И Христос дал мне власть, que en el nombre de Jesús, чтобы во имя Иисуса, a todo el mundo le recuerda, и я всем хочу напомнить, quién soy yo. Кто такой я. А миру хочу напомнить, pero el pecado está en la puerta. Но грех возле двери. Y está todos los días, и каждый день hablando en tu corazón. Говорит в свое сердце. Но однажды мы просыпаемся. Мы не почитали Библию. Что-то мы устали молиться. Мы устали ходить в церковь. Ну, устал, короче. И мы слышим однажды. И открываем дверь.
И что Бог делает? Грех? Говорится, что дьявол как рыкающий лев, который кого он ищет? Кого поглотить? И он заходит как лев. И кусает. И hace daño. И он делает, причиняет боль. Когда согрешил Давид, Божий человек, который говорит нам Библия, что у него было сердце по сердцу Божьему. И Библия нам говорит, что был момент в его жизни, был время в его жизни, когда он тоже открыл дверь. И зашел грех. Тронул его сердце. Разбил его семью. Потому что грех не только разрушает твою и мою жизнь. У него есть сила разрушить тебя, меня и вокруг нас всех. Моих детей. Мою жену. Мою работу. Все, что вокруг меня. Поэтому это наш враг. Мы, дети Божьи, у нас есть враг. Мы призваны сражаться, бороться. Сражаться и бороться. Как дети Божьи. Теперь вспомни про Давида. Однажды зашел грех. Он совершил прелюбодеяние. Прошло какое-то время. У него какие-то свои мысли, какие-то представления, что он думал. И это все для того, чтобы скрыть этот грех. Он знает, что он сделал неправильно. Но он хочет это спрятать куда-то. Я сын света. Я сын света. Где должен ходить сын света? Во свете. Но очень часто, будучи сыном, я хожу в других местах. Давид хотел все это спрятать. И в течение какого-то времени он это все прятал. В некоторых псалмах ты можешь прочитать, что он чувствовал в это время в своем сердце. Зная, будучи детем Божьим, он жил с чем-то спрятанным. Он говорил. Он говорил и вытаскивал это из своего сердца. Что он чувствовал. Что он засыхал. Он сильный человек. Смелый человек. Божий человек. Человек, который был готов со всеми врагами сражаться. Человек, которого видели его, они пели и говорили, что он герой. Потому что он побеждал своих врагов. Он начинает теперь говорить. В своем сердце, что он чувствует, что он засыхает, что та жизнь, которая была в нем раньше, она засыхает. Он страдал, потому что он знал, что однажды он открыл дверь, но милость Божья, милосердие Божье, милосердие отца к сыну, оно его не оставляет там. Он посылает ему пророка. И Бог говорит этому пророку. Мы не можем ничего скрыть от Бога. Пойди и скажи Давиду. И задумайся на секундочку. Что бы было, если бы Бог не послал этого пророка? Что бы стало с Давидом? Куда бы он пошел? Куда бы он попал? Бог посылает пророка. И пророк говорит Давиду, что он сделал. Милосердие Божие.
Открывает сердце Давида. Давид падает на колени и просит прощения. И вот эта дисциплина от отца для его детей, она всегда имеет отношение с желанием отца, чтобы мы ходили во свете. Очень часто у нас происходят какие-то... И видим, что наша жизнь не идет, не развивается. И мы как будто не знаем и не понимаем почему. Но очень часто это просто Бог дисциплинирует нас. Знаешь почему? Потому что Бог нас любит. И как отец, он хочет, чтобы его дети вернулись и находились там, где они были раньше. И дисциплина тоже совершает такую работу в нас. Она помогает нам ходить в святости. Мы знаем это слово? Святость. Отделен от мира. Вещи, которые угодны Богу. Жить для Бога. Это и есть святость. Есть вещи в мире, которые не принадлежат мне. Я их не могу трогать. Бог заботится через этой дисциплиной. И очень часто это связано с какими-то ситуациями, чтобы мы могли принимать участие, чтобы мы были причастны к святости Божьей. Я хочу быть причастным к Божьей святости. Я хочу быть сыном Божьим, который слышит Бога. И дисциплина, она тоже имеет отношение к формированию характера. У тебя есть свой ребенок? Какой бы хотелось, чтобы и был характер у твоего ребенка? Чтобы он был послушный. Не врал. Чтобы ничего не воровал. Ты хочешь, чтобы твой сын, у него был хороший характер. Что думаешь, что желает ли этого отец, который на небе? Я как сын, я должен быть похож на своего отца. Но я сам этого не могу. Поэтому приходит эта дисциплина. Потому что он хочет, чтобы мой характер, его характер был во мне. И говорится, что Дух Божий, который живет в наших сердцах, он меняет нас, изменяет. Для того, чтобы мы стали как Иисус. Кто из нас хочет быть как Иисус? Мое желание такое. Каждый день быть на него похож. Быть как он. Это мое желание. Это должно быть желание моего сына. И я уже заканчиваю, что у сына должно быть желание. Почтить отца. Почтить отца. Чтобы люди говорили, это Сын Божий. Не потому, что Он говорит что-то по Его делам. Иисус говорил людям, если вы не верите мне в то, что я говорю, верьте в мои дела. Потому что мои дела, они показывают, что я Сын Божий. Мои дела показывают, что я Сын Божий. Не то, что я говорю. Я хочу жить в этом мире как Сын Божий. И есть свидетельство на небе. Не то, что я там когда-то был в Рето.
Но есть свидетельство, что на земле, и дьявол знает, и ангелы знают, и мир знает, что я Сын Божий, что я Сын Божий, и живу как Сын Божий. Аминь.